Предпроектные наработки такой трассы делались еще в 60-х годах, но идею так и не воплотили. Однако модернизация Сочи и горнолыжных курортов Домбай и Архыз привела к росту турпотока в эти регионы, поэтому возникла необходимость в улучшении транспортной связи между ними. Сегодня дорога из Кисловодска в Сочи составляет около 700 километров. Предлагаемый вариант новой четырехполосной дороги протяженностью 334 километра в два раза сокращает время поездки и ее стоимость. Второй альтернативный маршрут между Черкесском и Сочи может составить 273 километра. Частью новой трассы должны стать участки федеральных дорог, а также 14-километровый участок Архыз-Лунная поляна-гора Дука и его продолжение длиной 22 километра в направлении населенного пункта Пхия. Росавтодор проанализирует все предложения и представит на рассмотрение Минтранса.